вже для нової позиції. Палець третій, немножко от в такому положенні. А ти його направи в такому положенні. Далі, мабуть, трошки йти вверх. Немножко більш просто. Thank you.
принесла нам. Да, я про самое начал, про тему, да, потому что я думаю, на мой взгляд, можно просто попробовать играть это все на автовыше, никаких проблем там нету, потому что звучит немножко грузно, на мой взгляд. А можно оно? Звук твой не менялся в форме, когда ты играешь.
Да, то есть без крещенда, сейчас без крещенда, но при этом очень выразительно. Хорошо? Попробуй. Испьяный, пожалуйста. Ощущал, как у тебя выдох свободный идет. Потому что очень много есть у нас преград, как мундштук, трость, лигатура, горло, там, не знаю, постановка и так далее. То, что нам мешает свободному выдоху инструмента. И плюс еще, конечно, удержание. То, что мы говорим обычно, игра на опоре, да, удержание выдоха. Да? Постарайся удерживать выдох, воздух. Мышцы. Это очень легко понять, когда ты берешь дыхание, у тебя внутри все открывается. Да? Возьми носом дыхание. Внутри все открылось. И теперь ты, когда выдыхаешь, ты этот вот шарик, как будто его держишь и не отпускаешь ни на секунду, объем его не спускаешь. Он будет спускаться, но ты сопротивляешься. Это примерно и есть то, что мы говорим про игру на поле. Это не просто зажать где-то или поджать. Да, это удержать в первую очередь. Можешь? Да? И удержал. И выдыхай. Начинается со второй доли, как бы, да? То есть, вот если ты играешь вот так, то
интонации, да? Всегда фразнича. Всегда проще и как-то, ну, да, мне кажется, очень естественно думать со второй доли, никогда с первой. Значит, поэтому, когда играешь эту фразу, иногда начинай со второй, тогда тебе тоже будет понятно. А, не надо играть си бемоль первый, просто не играй его. Сейчас проблема неровности заключается в том, что ты слишком его поднимаешь, руку шевелишь, да, и слишком много усилий на это тратишь. Поэтому, естественно, рука устает и начинает сопротивляться. Очень красивый. Вот именно вот эта мягкость, то, что нам нужно. Давай еще раз.